Всем привет, друзья! 18 июля. Вот прошло утреннее кормление. Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. Вот. Немного покажу цыплят. Вчера, позавчера не показывал. Дожди были. А вчера был просто ливень. Поэтому и вчера вечером не выпускал никого. И сегодня утром вот не выпускал грязь. Вот. Очень сильный дождь был. Как с ведра. Поэтому птичка вот в клетках, никого не пускаю. Вечером, если все хорошо будет, не пойдет, опять он хмарится, то вечером выпущу, просохнет. Вот, вот так вот мы за эти дни подросли. Значит, блин, опять она далеко. А вот она, вот, вот. Вот я все хотел ее показать. Смотрите, какой я крас. Мираукана и курочка. Наверное. Я их не могу определять долго. Но мне кажется, курочки. Вот, смотрите, какая. Видите, какая? Какие бороды у нее. Значит, тут амирукана вот. Царскосельские. Вот петухи. Вот. И вот ленинградский петух. Вот два ленинградских петушка. Вот. Вот. Уже им тесновато. Уже им тесновато. Надо что-то придумывать. Надо что-то придумывать. Коршуны одолевают. Больно не выпустишь. Позавчера вот соседка звонит. Дядь Вадим, коршун к вам камнем упал. Вот. На курицу напал. Не на цыплят, а на курей. Петух бился. Правильного я петуха ставил, ленинградского. Вот петух дрался с коршуном, отгонял. Не боится, молодец. О, чего ты там летаешь? Вот так. Вот голубые. Вот какой окрас. Камера, конечно, не передает. Он какой-то голубодымчатый, какой-то синий. Фиг поймешь, как он обзывается. Но красивые. А мираукашек навыбираю хороших. То, что хочу, то и выберу. Не как в том году оставил херню. Потому что выбрать нечего было. Вот. Тут вот эти курочки, петушков я туда унес. Тут курочки и вот три недоноска петушка. Вот, пушкинские и миксовые. Вот так вот. Спокойно им тут без петушков. Сейчас бы они на них уже катались. Вот. Вон тот петух. Вчера, позавчера с петухом, с этим, с коршуном воевал. Молодец. Тут вот тоже много красивых амируканчиков. Много красивых амируканчиков. Вот таких всяких окрасов. Вот окрас какой. И такие бороды у них. Царскосельские, пушкинские. Сегодня, если дождя не будет, поеду за кормом в Сорочинск, уже подъели. Подъели. Вот так вот они поедают комбикорм, травку. Те там. Короче, никого не выпускаю. Очень сыро. Одна хохлатая тут. Пушкинские, мараны, амируканы. И одна хохлатая. От царскосельских. Ну-ка, ну-ка. Бабы одни и то дерутся.
Бабы есть бабы. Две бабы на одной кухне не уместятся, так и эти. Вот. Тут один амерукан, где-то он. Если будет петушок, вообще будет сказка, не петушок. Где же он есть? Наверное, там в будку ушел уже. Вот. 4 июня вывод. И тут миксы ленинградские. А вот это какая-то ленинградская, вот я не знаю, что она. Как будто порода кур такая бесхвостая какая-то бывает. Он, жопа у нее неправильная. Я не знаю, что с ней. Вот. Ну и тут еще что хотел сказать. Вот в этой клетке-то у нас среди этих цыплят как раз был расклев. Я отсюда убирал-то цыплят, двух агрессоров закольцевал. Вот он один черный, вот он стоит, вот он. Он, видите, колечко на лапке, он черненький. Там мне кто-то писал, красное колечко нельзя, они за него будут хватать. Ерунда на постном масле, они за любое колечко, как только оденешь, будут хватать. Им пофиг оно, красное или синее, или белое, все равно они изначально за него похватают чуть-чуть, и потом оно им будет по барабану. Вот он сейчас ходит, их тут два, еще один где-то. Вот, вот, вот тоже черный. Сейчас покажу колечко. Вот он. Ну-ка. Вон, видите колечко? Так вот, видно колечко. Вот, вот, на правой лапке. Красные колечки. Им все равно, какого цвета это колечко. Ну, их уже можно снимать, потому что я изначально просто закольцевал, чтобы если вдруг будет расклев, чтобы их поймать, отсадить. Нет, они все спокойно, тут никакой движухи больше нету. Вот. Поэтому там красный или синий, даже не заморачивайтесь. Кому какое удобно, такое вешайте. Им нет никакой разницы, какое кольцо. Подергают сначала там несколько раз и все, и забудут про него, что оно есть. Я метил всегда от одного петуха таким кольцом цветом, синим, допустим, от другого белым, от третьего красным. И, ну, короче, так. Одна бабушка сказала, я так бы обозвал. Вот так вот. Какие миксы? Всех обгонять начали. Что значит микс? Что значит миксы? Вот эти вот темные, все миксы. Ну, конечно, и пушкари хорошие. Но миксы покрупнее. Вот ленинградская девочка, да? Ах ты хорошенькая. А тех троих, которые я отсюда убрал, они так отдельно и живут. Я что-то еще один раз попытался их соединить и больше не рискнул. Отдельно сидят, пусть совсем пока не заживет, потом подпущу. Когда начну их совсем выпускать на улицу, так и тех подпущу. Вот. Вот такое вот дело. Сожрали все. Дын-дын-дын-дын-дын-дын тарабанит. Надо подсыпать чуть-чуть. Виамин! Тарабанин! Он слышно, как выбивает. Виамин, виамин, виамин. По этой, по кормушке. Слышите? Виамин, виамин, виамин. Вот. Ну все, всем хорошего дня. Жара у нас спала. Даже прохладно эти дни. До новых встреч. Пока-пока.